Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэк, сегодня будем проходить предпоследнюю серию Watch Dogs. Погнали. Чё плюёшься, слушай. Погнали. Это шестая миссия, сегодня пройдем две, может даже три миссии. А может даже все пройдем, посмотрим. Я изо всех сил пытался защитить Ники, но теперь... Она убила человека. Город задыхается от преступности. Нужно спасти ее, увести, пока не поздно. Да, очень много преступников. Скорей. Иоланда собиралась вызвать полицию. Давай в машину. Тебя ведь подставили. Правда? Я нашел того человека. Я знаю, кто. Что? Ники, нет времени. Нужно валить. Срочно. Ну же. Сейчас будут экстремальные гонки, я так понял. Ну ладно. Джекс, сиди тихо, солнышко. На поиски подозреваемого отправлен усиленный патруль. Пизданулся. Эйден, это полиция. Знаю. Почему мы скрываемся? Они могут помочь нам. Они нам не помогут. Да блять, ты уебан! Они ловят меня. Но мы все объясним, мы расскажем про Дэмиана и про все, что случилось. Ники, слушай. Если нас арестуют, молчи. Мне надо будет вывести вас из города. Вы исчезнете, чтобы вас не нашли. С Дэмианом разберусь. Я тебя не понимаю. Нам же нечего скрывать, правда? Тебе есть, да? Ты мститель. Долго объяснять. Да ты чё едешь, ты не видишь? Да блять, как они тут появились-то? Внезапные копы. Да, надо назвать игру «Внезапные копы». Сейчас заново надо будет. Ой, пиздец. С самого начала пиздовать мне. Прикол. Сиди тихо, солнышко. Блять, там этот... Эйден, это полиция. Отправляем да. Один усиленный наряд. Почему на мы поиски? Скрываемся? Они могут помочь нам. Они нам не помогут. Но почему? Они ловят меня. Но мы все объясним. Ладно, мы расскажем про Дэмиана и про все, что случилось. Ники, слушай. Если нас арестуют, молчи. Мне надо будет вывести вас из города. Вы исчезнете, чтобы вас не нашли. Я тебя не понимаю. Нам же нечего скрывать, правда? Тебе есть, да? Ты мститель. Да ладно, блядь. Вот такая хуйня, а. Ну, чуток. О, боже. Бля, как они нас спалили-то? Пипец, я думаю, это будет долгая миссия. Сколько я ухожу неправильно. Начал, блядь, свернул с пути умный парень. Паренек пузатый. Еще раз на карту. В полню надо их отвезти. Джекс, сиди тихо, солнышко. Внимание,
Внимание, усиленный наряд начал поиски подозреваемого. Эйден, это полиция. Знаю. Почему мы скрываемся? Они могут помочь нам. Они нам не помогут. Но почему? Покачину. Ловят меня. Но мы все объясним. Расскажем про Дэймина и про все, что случилось. Ники, слушай. Если нас арестуют, молчи. Мне надо будет вывести вас из города. Вы исчезнете, чтобы вас не нашли. С Дэймином разберусь. Я тебя не понимаю. Нам же нечего скрывать, правда? Тебе есть, да? Ты мститель. Долго объяснять. Подонок не может прятаться вечно. Да как они спалили-то? Что за ересь? Так нереально палить. Да. Сочувствую. Пипец, это просто бред. База, мы не видим объект. Джекс, сиди тихо, солнышко. Эйден, это полиция. Усиленный патруль преследует подозреваемого. Почему мы скрываемся? Они могут помочь нам. Они нам не помогут. Но почему? Они ловят меня. Но мы им все объясним. Мы расскажем про Дэймина и про все, что случилось. Слушай, нас арестуют, молчи. Мне надо будет вывести вас из города. Вы исчезнете, чтобы вас не нашли. С Дэймином разберусь. Я тебя не понимаю. Нам же нечего скрывать, правда? Блять, они везде, что ли, эту хуйню поставили? Да? Ты мститель. Долго объяснять. Далеко я там уже? Ой, почти выехал. Куда он делся? Кто-нибудь его видит? Правда, проседание FPS в 50 на 20, этого, конечно, я люблю. Это вообще не стечок. Значит, все, что было в новостях, эти убийства, Main Stadium, это все ты? Ну, типа, да. О боже. А похищение... Какой ценой ты меня спас? Лучше тебе не знать. О, все, мы уехали. Уже дали. База, это Адам 821. Возвращаемся, прием. Ну все. Мороженое продавали. 101 вкус. Чикаго, мой родной дом. Уже нет. А теперь что? Все начинать заново? Я думала, все будет иначе. Надеялась. Все изменится. Я обещаю. Хватит обещаний, Эйден. И куда мы? Увезу вас подальше от себя. А потом что? Мы могли бы уехать из штата и... Не говори. Только не вслух. Так. Божественно. Все, приехали. Все позади. Для вас точно. Но не для тебя.
Все хорошо. Все пошло совсем не так. Но что еще остается? Все хорошо? А помнишь, как в детстве я за тобой ходила, а ты вечно от меня убегал? Но я не сдавалась, дурочка. Я не любила ни хоккей, ни машины, ни твоих глупых друзей. Да. А все потому, что я боготворила тебя. Как и Джексон. Тогда я надеялась, что ты позовешь меня. А потом, что хотя бы оглянешься. Ну что сказать, прости. Я больше не хожу за тобой. Знаю. Ну что, малыш? Попрощайся с дядей Эйдом. Че, это типа они больше не увидятся? Ты поедешь с нами? Нет. Дядя остается тут. Пока, Джекс. Даже когда они едут, лагает. Ну ладно, я скоро новую видюху куплю, так что нормально все. Так, пока постоим, посмотрим, что сейчас будет. Четыре очка навыка. Разобью что-нибудь. Вот это, например. Сейчас мне позвонят. Ну, я так и знал. Не уверен. Но ты включай. У меня для вас поручение, мистер Рак. Так. А имя там, адрес будут, мистер Куин? Брэнкс и Пирс. Припугните их. Можно тряхнуть родных. Есть, сэр. А что они сделали? Не ваше дело, мистер Рак. Справитесь? Сможете возглавить следующий аукцион. Серьезный сукин сын. Куин, тварь. Плевое дело было. Куча денег. Без проблем. Хренов мафиози. Не мне тебе советы давать, но если интересно, тут у Куина благотворительная акция в его отеле в Мерло. Так, давайте еще одну миссию пройдем. Еще немножко Ника осталось. Больше не вернется. Я заставил ее уехать. Так, а нам куда? А нам в Мэтмайл. Поэтому сюда. Навсегда. Но она в безопасности. Они оба. Дальше Куин. Лаки Куин. Это все его вина. За ним я гонялся. И он ответит за все. Пока на паузу поставлю. Итак, ребята, начинаем
последнюю миссию на сегодня, наверное, ну да. Называется «Нет пути назад». Погнали. Часть четвертая, «Нет пути назад». Корень зла. Из-за него моя жизнь пошла к чертям. Из-за Лаки Куина. Он хотел убить меня, мою семью. И расскажет, зачем. А потом умрет. Это я. Ты где? Дело есть. Это моя работа, поиск информации. Чем сложнее ее добыть, тем больше платят. Ты ничего не знала. Я хочу все исправить. Нечего исправлять. Прости меня, Эйден. Клара, что ты задумала? В чем дело? Так. Хочу предупредить сразу. Политики не умеют произносить коротких речей. Еще до того, как я стал мэром, 10 миллионов долларов. Да и политикам вообще. Отец члена детсек. Я был знаком с Лаки. Был знаком. Что я знаю о нем. А ведь забавно. Мы столько лет знаем друг друга, и только недавно я стал называть его Лаки. О чем я? Немногие знают, что это человек широкой души. И помрет скоро, ну ладно. Он был щедр к нашему городу, а теперь и ко всему миру. Его щедрость поистине безгранична. Выпьем же за Лаки Куина! Мэр Рашмар, господа! Благодарю вас, мэр. Приятного вечера, друзья. Всем огромное спасибо. Он узнает, что он на тебя член дифтик. Мой муж уже отвалил хренову кучу денег. Чувствую и в этот раз придется. Я сыт. Слышишь? Я сыт по горло. Мне уже надоело твое нытье. На Клару они вышли, блядь! Бандитские перестрелки. Это катастрофа с аукционом. Ты угробишь нас обоих. Ты же хотел быть мэром. Вот и будь им. Скажешь, как я велел. И Рака убрали вы. Мэр молодец. Борется. С бандами. Роуз бы так гордилась. Как ты смеешь? Верни мне то видео. Ты слушаешься меня. А теперь исчезни. Без тебя хлопот хватает. Ты погубил меня. Хватит с меня достаточно. Слышишь меня? Ту херь надо взломать. Ой, бля, опять вот этот пиздоболие со взломом.
кто-то проник в систему безопасности отеля. Разберитесь, в чем дело. Это невозможно, так ведь? Это труп. В толпе всегда хорошо. Чувак, думаешь, ты смешной? Я звоню, чтобы... Надо домой! Может вызвать подкрепление. Ну, блян. Ваша смерть это было. Боже, что тут творится? Ваша смерть что тут творится? Завалим этого недоноска. Ищите его. Ты сначала меня найди, уёбок. Ну давай уже, спускайся. Вау! Ты что тут делаешь? Попадись, он удвоил охрану. Должно быть, тебя ждет. Угу. Ой, да ладно, что попасться? Нормально. Посмотрим касценку графичную. А до тебя медленно доходит. Ты должен понимать, когда проиграл. В той самой аварии погибла моя племянница. Ей было 6. Так значит, в этом все дело. Черт. Прошу прощения. Люди вечно бегут ко мне. У всех проблемы. Просто невозможно уследить за всем. Так, что нажать? Вот это? Я, конечно, таймбэком. Да ёб твою мать! Пиздануться-то, уёбок. Ой, вообще такой... Сейчас будет, конечно. Да. Сдохни, урод. Навсегда. Ой. Да что ж такое-то? Ну, блин, хватит. Да блян! Да блян! Как меня убили? Ладно, тут они хардовые все. Просто так не пробежишь, как в Call of Duty. Тебя сразу грохнут. Ой, блян. Ну то надо сразу ебануть.
вынес всех. Они еще гранаты кидают славненько. Да, пушки у меня, конечно, от бога. Да хули ты, вот этот, блядь, не пробивай. Да ёб твою мать, я пока его бил, меня убили. Ну... Блядь. Ну, блядь. Сейчас опять я буду тупить, ну... Так нельзя. Хоть один раз можно я не буду тупить? Иди нах. Блян! Да уйди ты, блядь! Как же он бесит меня. Пиздец, блян. Так, ну вертолет я отключил. Черт, ушел! Ладно, не будем тратить время зря. Че это? Что тут делать-то? Да. Что тут, как Квина искать-то? Что-то непонятно. И чё? О! И что теперь? Вы молоды, мистер Пирс. Просто идите. Живите. Уверяю. Сюда не попадет никто. Столько народу мечтает вас поймать, и я тоже. Но все оказалось несколько сложнее. Ну, бля... О! Кардиостимулятор, чё? Думаешь, тебе все будут... Всё нормально? Ваша забота мне льстит. Лучше думайте о том, как вам сбежать.
Мне нужны вы. И это стекло меня не остановит. Что ты делаешь? Смотрю, как умирает старик. Очень многие пытались меня убить. Но я разорвал их на части. Одного за одним. Вообще, какая сценка будет графичная. Никогда. Твое дело, мне все равно. Ты же вообще ничего не знаешь. Это была ошибка. Думали, ты ищешь это. Ты лжешь мне. Ты просто сглупил. Мог остановиться. Я бы обо всем забыл. Такая милая дамочка, Роуз Вашингтон. Я весьма обязан ее смерти. Ведь столько женщин гибнет зря. Но ей хватило ума сдохнуть перед камерой. А наш мэр не умеет хранить свои секреты. Еще и влюбиться умудрился, болван. Лол. Все это. Смерть Лены. Из-за твоей марионетки. Думаешь, выиграл? Когда я умру, мне поставят памятник. А ты? Про твою семью никто даже не знает. Тебя всем плевать. А что, если разговор записывался, не? Не забыл. Я же мститель. Избавляюсь от мусора. Погиб Лаки Квин. Все, помер. Наверное, я должен чувствовать себя опустошенным. Но это не так. Чего у него рот не говорит? Наверное, он думает. Алена. Ее не вернуть. Но может, я смогу сделать хоть что-то для этого города. Тибон. Это был Квин. Сейчас загружу тебе видео. Видео? Что там? Увидишь. Внимание всем! Вертолет на подходе. Мы ведем погоню. А можно сделать вот так вот? Да чё он прям подо мной-то? Летим
Бля, да хули он стреляет-то? Нормально, я вертолет сбил. Больше взлома, богу взлома. Ну бля! Вертик-то я сбил на изах. Нихера себе. Патрульный внедорожник ведет погоню. Я прижму его. Ебал я там кого-то. Зарядки нет. Мечтался. Возить я буду. Обсосать ты не хочешь? Я его протараню. Черт, куда он делся? Мы приближаемся. Прямо надо мной этот уебан летает. 12 секунд ждать. Внимание, он сменил тачку. Нужно его найти. Да не тачку я сменил, лохи. 2 секунды. Все. База, он ушел. Фуф. Разошлите ориентировку. Было эпично. Кларе звонить тебе. Ты не знал? Думала, за инфу я отдам твою сестру. Трогательно, да? Я прямо плакал весь. Что она тебе наплела? Не надо, Дэмиан. Я серьезно. Забудь о ней. Чел, мы ведь больше не партнеры. Делаю, что хочу. Что она хочет? Зачем ей Дэмиан? Ну ладно, с вами был я, Блэкс. И, ой, еще не был Блэкс. Где же ты, Клара? Где ты? Клара Лил. Ну ладно, ну а с вами был я, Блэкс, и всем удачи, пока, берегите себя, пока-пока.